домик снеговичка по мотивам чукотских игл. Потому что все лепят снеговичков, а никто не думает, что они где же им это вот отдыхать, спать, греться. Вот, как бы вот так. Вместе с детьми делали это все. А расскажите, кто, что здесь изображено? Вот кто здесь есть? Вот это кто? Вот это снеговичок. Так. Снеговичок. Он укрытый пледиком, тепленьким, в сапожках. Сделал себе домик и отдыхает. Особенно когда на солнышке, вот очень даже прекрасно ему. Ну так, аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Это вам приз. Это чисто. Спасибо.